Кто такие депутаты и что такое бюджет? Интересно, что по этому поводу могут сказать дети? Ведь, как известно, дети – наше будущее. Редакция Амурской службы новостей задумалась, в надежные ли руки попадет это будущее, и отправилась в гости в одну из школ Амурской области, а заодно поздравить школьников с Всемирным днем ребенка, который проводит ежегодно 20 ноября. Скажи, пожалуйста, что такое бюджет? Ну, бюджет я не знаю, а вот Депутаты. Депутаты, я думаю, что они решают государственные дела, важные. Бюджет, я думаю, это своя компания какая. Маленькая? Ну, может быть, большой и маленькой. Ну, наверное, это в банке, вот так займ берешь, это бюджет, кажется. Что такое комитет по бюджету? Ну, не знаю. Комитет по бюджету – это где советуются. Бюджет – это, мне кажется, это твоя работа, где ты работаешь. Я думаю, что бюджет – это когда много денег. Мне кажется, что бюджет – это когда на работе много денег платят. Мне кажется, что бюджет – это тоже что-то с землей связано, только охраняют, может быть. Я могу предположить, что они делают. Но они, наверное, решают задачу по блюду. То он становится выше, то ниже. Депутат – это тоже как заместитель президента, только он еще как Медведев. Мне кажется, что Медведев – это депутат. Ну, это где, наверное, это когда бюджет – это ты куда-нибудь, ну я не запомнил. Наверное, решает какие-то важные дела. А важные дела это какие дела? Не знаю. Я думаю, что депутаты это правители областей. А каких? Ну, вот, например, у нас Амурская область. У нас есть депутат? Да. И сколько? Один. А почему так мало? Потому что у каждого депутата, ну, у каждой области по одному депутату. Типа президентов. Ты самый главный. У нас же стране лето. Президента-то как зовут? Путин. Депутаты это, я думаю, помощники президента. А чем они ему помогают? Ну, они записывают, что президент говорит, и делают. Все делают? Да. А кого-нибудь знаешь из депутатов? Нет. А где они сидят, эти депутаты? В кресле.